первые 2 минуты на сыпухе, и мы видим различные формы кораллов. И одиночные, колониальные, различные. Вот они лежат, коральчики. Вон еще. Вот еще. Вот. 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 То есть тут собирать и собирать. Вот еще. Минут и 2 пакета полных. Все в червях. Вот так вот по сыпухе тут лазю и собираю кораллы. Пока в Ялте пасмурно, я нахожусь над облаками. И вот многие спрашивали, найду ли я тут слой, где, откуда сыпется это все, все кораллы. Вот он слой. Вот, например, на полке лежат детали. Вот отсюда они вылетают и сыпятся вниз. Стою здесь на, считай, одной ноге. Склон крутой, это на видео не передать. Поэтому, кто захочет, конечно, тут полазить, сразу скажу, что не стоит повторять за мной. Это опасно. Большие куски кораллов. Вот они. Лежат ветви большие, спрессованные. Вот здесь вон, мы видим кораллы тоже. Ну, выбивать из породы нет смысла, поэтому лучше искать на осыпях препарированные детали, ну, а потом уже как-то компоновать их между собой. Но я сюда полез в надежде что-нибудь найти еще тоже такое, такое интересное. Ну и вот они, вторые 20 килограмм кораллов.